хорошо. Я никогда не думала, что подорву свое здоровье, и что у меня такое давление за 200 скачет. Это просто невыносимо. Светлана Самигулина, каждый раз поднимаясь по лестнице, боится упасть в обморок. У пенсионерки поднимается давление и начинается одышка. Спуститься с 8-го этажа одно, а вот дойти до квартиры другое. И помочь некому. Муж после инфаркта, каждый день нужно ходить в аптеку и магазин за свежими продуктами. И это испытание для 65-летней пенсионерки. Впрочем, не только для нее. Врачи, я вот к себе вызывала скорую, они удивились, что у нас уже 9-й месяц не работает лифт, и они с таким трудом поднимаются, значит, со своими чемоданами, чтобы оказывать помощь. Их просто жалко, и лишний раз не вызываешь. На каждом этаже жильцы поставили стулья. Это своеобразные станции отдыха для пенсионеров. И если кто-то хоть изредка может выйти на улицу, то Анвар Майнгурин и этого сделать не может. Мужчина живет на 9-м этаже. Подышать свежим воздухом выходит на балкон. Помочь спуститься и тем более подняться некому. И это физически очень тяжело. Ну, колено вообще отказывать не могу, это самое, выходить. Может, это месяц два раза так вот туда спустишься, а потом подымешься. Как вспомнишь, что подниматься, просто невозможно здесь уже. Александра Потемкина – старшая по дому. Пенсионерка воюет с ЖЭКом, регоператором и прочими инстанциями. 2 года людям страшно было ездить в лифте. Вы знаете, я все молитвы собирала святых, чтобы он посреди встал и ни туда, ни сюда. Ни дверь не открывается, ничего. Потом вдруг вроде бы приостановился, и дверь стала открываться. Я сдвинула и вышла. А с 1 апреля этого года, по распоряжению Ростехнадзора, его и вовсе отключили. Вместе с жильцами мы отправились в управляющую компанию, где все 8 месяцев, по словам пенсионеров, никак не реагировали на просьбу заменить лифт. И тут же нашелся официальный документ о том, что подрядчик, который выполнит эту работу, найден. Буквально с еженедельной подъедет к нам подрядчик, мы с ними посмотрим, проект составят они. И, как нам обещали, до 1 марта... А может быть, ну, в марте, по крайней мере, где-то в марте будут лифты уже. Скажите, пожалуйста, почему так долго люди-то без лифта находились? Ну, так уж получилось. Директор регионального оператора подтвердил, на следующей неделе подрядчик, который выиграл аукцион по замене лифта, должен составить смету расходов на выполнение работ. Стандартно после остановки замены лифтового оборудования до момента проведения приемочной комиссии по нашим контрактам это 4 календарных месяца. Вот. Ну, потому что лифт нужно сначала демонтировать полностью, значит, затем смонтировать, пусконаладка, обследование лифта после завершения всех работ. Всего же по области около 3000 таких неисправных лифтов. Поэтому работы у регионального оператора – непочатый край. В основном это дома, построенные в 70-х годах. Как и 9-этажка по Комсомольскому проспекту, у жителей которой наконец-то появилась надежда. Елизавета Виноградова, Инна Левошина, Валентина Яковлева, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.